Утренние литургии в Жадовском монастыре. Бок о бок молятся и прикладываются к чудотворной Жадовской казанской иконе Божией Матери ребята из военно-патриотических клубов Барышской, Кузнецкой и Тольяттинской епархий. Ведь наставники привезли их в обитель в первую очередь помолиться и приложиться к чудотворной святыне. У нас сегодня, конечно, страйкбольная игра, но в основном хотели бы, чтобы они уже приняли как-то участие в духовной жизни в Тольяттинской епархии. И нам очень понравилось, ребятам все понравилось. Они сегодня сходили на службу, здесь нам все очень нравится, в принципе, все хорошо. И надеемся на дальнейшее сотрудничество, вот именно вот с Жадовским монастырем. Питательный обед в монастырской трапезной, и все отправляются на полигон. Местом игры в страйкбол уже по традиции были выбраны руины старинной Румянцевской текстильной фабрики. Судья соревнований Андрей Мартышов проводит подробный инструктаж по технике безопасности и рассказывает сценарий игры. В этом году осенние соревнования назвали «Сталкер Альтернатива». Ее сценарий очень сложный, в первую очередь в интеллектуальном плане. Чтобы ребят, участвующие в игре, развивали свое мышление, то есть интеллект, не как стенку на стенку раньше мы штурм, оборона, а здесь немного индивидуальный, то есть вроде как и группа, а вроде как и сам за себя, чтобы под пули, то есть под шары не лезли. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Обязательный на таких турнирах молебен. 54 участника делят на 3 команды и отправляют на их секретные базы. Задача каждой команды – захватить реликвии двух других. Благодаря сценарию стычки были скорее случайными. Участники старались не ввязываться в открытый бой. При обнаружении соперника его было легче ликвидировать гранатой. Взамен 2 запланированных часов игра продлилась 3. Однако победителя так и не удалось определить. Но главное, как говорится, участие и соработничество всех православных клубов во имя хорошего дела. Ну, это радостно, как бы изначально. То есть и смешанное единоборство при пересвете, и страйкбол, они именно затевались с той целью, чтобы как бы для вовлечения молодежи и для общения между епархиями, между православными клубами. Ну и как бы уже спустя вот какое-то время можно сказать, что плод делу есть. Это, конечно, очень радует. Как ни печально, но это последняя игра в этом году. Следующая пройдет уже зимой. Хотя общение между мальчишками уже налажено. Ребят, всем спасибо за игру, что приехали.